Клуб экскурсоводов при городском собрании Сочи пока не определился с названием, но зато ясны цели и задачи. Как отметили члены клуба, многие экскурсоводы не отвечают современным требованиям. Нередко ими становятся случайные люди, которые дают неверные исторические факты, путаются в датах и названиях. Просто пускать на самотек это дело, оно уже показывает, что это очень приводит к некачественному оказанию услуг. Поэтому здесь мы благодарны нашим отдельным туристическим фирмам, которые вышли с предложением их объединить на чьей-то платформе, на чьей-то базе для того, чтобы проводить обмен опытом, проводить учебу, конкурсы, которые бы повышали, бы выработать какие-то общие требования к экскурсоводам. То, что сегодня уже прозвучало на первом, что ввести аттестацию экскурсоводов. Депутаты вместе с профессиональными экскурсоводами решили, что нужно наводить порядок. Есть, конечно, специализированные курсы, но желающим готовы помочь и бесплатно. Для этого члены клуба проводят семинары, указывают на распространенные ошибки, а главное, учат преподносить гостям курорта материал в увлекательной и интересной форме. Я заметила, что этого нет, потому что многие дают это чисто лекционный материал. Это мало интересно. Сейчас информацию можно почерпнуть откуда угодно. А вот как ее преподнести так, чтобы на протяжении всего маршрута у людей глаза светились, люди в глаза тебе смотрели и вопросы задавали, и возвращались с экскурсиями в состоянии восторга и полета, чтобы они действительно сказали: вот это супер экскурсовод. Экскурсоводы – это представители курорта, от них во многом зависит, какое впечатление о городе сложится во время пребывания гостей в Сочи. Поэтому профессиональный клуб намерен поднять уровень сочинских гидов при поддержке депутатов городского собрания Сочи, которые будут принимать участие в подготовке и проведении различных мероприятий, в том числе конкурс мастерства. Елена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.